Я нахожусь в арт-резиденции. Она называется «Дело о клубнике». Мне показалось, что если у Байкальска должен, ну, будет какой-то флаг, то он должен выглядеть именно так. То есть как клубника, в смысле, что сверху зеленая, потом много красного и вот такие зернышки. Потом я вспомнил, что вообще-то от меня никто никакого флага не ждет. Вообще-то надо делать уличные работы. И тогда я придумал, что можно сделать вот такой дом. А еще я его дополнил надписью: у нас тут клубника в руках, а не клубы в небе. В том смысле, что в какой-то момент город, и мне кажется, это очень и очень важно, принял решение перестроиться, принял решение отказаться от завода, хотя я представляю, как это было для Байкальска болезненно, это даже менее болезненно было бы, чем в Братске, потому что там еще есть какие-то производства и вообще чего-то еще происходит. Но когда такое происходит, и люди находят смысл, почему здесь можно жить дальше, и этот смысл еще и выражается в таком классном деле, как клубника, меня это абсолютно подкупило, я сразу понял, что нужно делать вот так. Новый арт-объект от братского художника Григория Шарухова. В инстаграм-аккаунт известного блогера Юрия Дудя попал Братск. Журналисты привлекли стрит-арт-объекты, которые создает братский художник Григорий Шаров. Известный уличный художник, братчанин Григорий Шаров номинирован на премию «Инновация». Это одна из главных российских наград в области современного искусства. Стрит-арт про идеи, да, это когда есть какая-то суть, которую ты хочешь передать посредством образов. Может быть, кстати, и посредством текста. Само искусство по себе нет никакой объективной истории. То есть ты не можешь взять линейкой, померить и сказать, это стоит 12 тысяч долларов, а это стоит 1 тысячу долларов. Это так не работает, потому что, ну, это очень эфемерная вещь. Джоконда, ну, Леонардо да Винчи, что пока ее не своровали, это была довольно рядовая картина. Ну, то есть это случилось в прошлом веке, ее своровали, потом нашли. И вот шум, поднятый вокруг этой картины, обратил на себя внимание. И, собственно, она не была такой, вот, ну, как сейчас. Сейчас, да, вот, ну, это, наверное, типа главная узнаваемая картина в мире, в принципе, скорее всего, да, мы вот там улыбка Мона Лизы, это вот как, какой-то вот супербренд. А когда-то так не было. И при жизни его, конечно, тоже так не было. Абсолютно, я вот с этим делом не согласен, абсолютно. Больше того, буду протестовать, больше того, опубликую везде, все прочее. Да, это, конечно. Я спросил, вот соседка вот здесь, это что, у вас не хватает эмоций для раздражения, вы заказали это дело, для возбуждения? Вы прогнозируете нам возгорание дома этого, то есть вот это опасно? Конечно, нет. Вот этот цвет трэш. Но это ваше мнение, я с ним не согласен. Ну, потому что я теорию знаю воздействия цветов. Так я тоже знаю. Вы что? Извините, Леонардо пожалуйста, да Винчи. Давайте заканчивать этот разговор. У нас просто не так много времени. Леонардо да Винчи, который делал, так сказать, вот, извините, классику такую. Нет. Ну вот, о чем я и говорю. А тем более, я ничего не заканчиваю. Ну, самородок это хорошо. Гриша. Вы знаете, а я в прошлом году был номинирован на главную премию в стране. Неожиданно. Ну, то есть, вот у меня нет образования, но есть какое-то признание. Да нет, ради бога, я, кстати... Но я к тому, что я пытаюсь вам сказать, что я тоже не с улицы пришел, у меня большой опыт. Да, у меня нет образования, но мне это не мешает делать много проектов. И в целом, мне кажется, что я делаю их по-доброму, открыто, честно. Мне не стыдно за то, да что нет, я делаю. Да нет, здесь, конечно, я бы сказал, что в этот проект добавили бы белого чего-нибудь. А вот мы уже рисуем. Раз уж ты выходишь на улицу, то волей-неволей задумываешься, кто это увидит, поймет ли он, уместно ли это здесь сделать или там. И поэтому, да, ты открываешь такой диалог на заданную тему. Бывает, что тема просто оказывается интересна только тебе.
А бывает, что нет. Вот со спортсменами получилось, что тема горячая. С офлайн работой, где там 12 апостолов сидят все в сотовых телефонах, в гаджетах. Она тоже, конечно, большой отклик имела. Ну, как бы тогда еще вот это, наверное, в первый раз все точно осознали, что жизнь перешла туда, и люди очень часто сидят за столом с очень важными людьми, но сидят в телефонах, они разговаривают здесь и сейчас с кем-то, кто рядом с тобой. Это, конечно, да, это диалог тоже такое. Совпало, видимо, с чувством, как и у многих, что вдруг мы перестали просто говорить и слышать друг друга. Оказалось, я вчера на встрече говорил, что это, наверное, одна из первых моих согласованных работ. Эта работа оказалась не такая уже согласованная. Я ошибался. Так что стрит-арт продолжает быть. Я вообще задумался, ну, есть такое понятие, как паблик-арт. Это когда, собственно, есть какая-то институция, которая заявляет какую-то тему, и на эту тему художник согласованно что-то делает. Не обязательно рисует, может быть, делает инсталляции. А я понял, что паблик-арт от стрит-арта в моем случае отличается тем, что стену надо грунтовать. Потому что, когда ты рисуешь для себя, естественно, ты не готовишь стену и не думаешь, что она будет существовать, эта работа, годами. А еще потом лакировать надо, поэтому паблик-арт от стрит-арта отличается тем, что стену нужно грунтовать. А тут вышло, что мы продолжаем заниматься стрит-артом, моим любимым. Рок-н-ролл!